Всем привет, с вами Артур, и сегодня я буду ремонтировать BMW 3. Итак, хозяин поменял подрамник и подвеску с правой стороны, но проблема в правом лонжероне. Эту проблему я должен решить. Лонжерон имеет две очень нехорошие вмятины. Крепление подрамника не совпадает. Для ремонта снимаю подвеску. Теперь измеряю лонжероны по высоте. Поврежденный лонжерон стоит немного выше. Измеряю диагонали. Правый лонжерон немного короче. Пробую вытянуть лонжероны. Чтобы до конца вытянуть лонжерон и добраться для внутренних элементов, мне необходимо вырезать вот такой кусок внешнего металла лонжерона. Эти куски я отравняю на столе. Теперь я вытягиваю и равняю лонжерон. Выравниваю отрезанные куски и затем привариваю их обратно. Сварочные работы с лонжероном закончены, крашу его.
Работа с лонжероном закончена. Устанавливаю все части переда. Есть небольшие нестыковочки с креплениями, подтяну немного. Итак, моя работа закончена. Эта работа заняла 3 дня. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!